Шишки от лабет, это знает весь Лондон. Кто заходит сюда и уходит голодным, хоть невкусное мясо, но стоит гроши, и всегда тараканы отменно свежи. Пирожки от лавет, самый дешевый в мире обед. Пирожки от лавет, самый дешевый обед. Заходят различные снобы, но зато джентльмены из нашей трущобы. Макроморные леди и сопливые дети с вожделением мечтают об этом обеде. Пирожки от лавет, самый дешевый в мире обед. Пирожки от лавет, какой джентльмен благородный, не желаете есть, так ходите голодным. Отбиваются запахи выпивкой крепкой, а не пьющий нос затыкает прищепкой. Пирожки от лавет, самый дешевый в мире обед. Пирожки от лавет. Здесь простой и суровый Британии веет. А тухлое мясо английских коров — это лучший вонючих французских сыров. Пирожки от лавет, самый дешевый в мире обед. Пирожки от лавет. Я бы он писал.